А самая интеллигентная драка произошла в стенах Национальной российской библиотеки. Многие СМИ успели заявить, что это разборка питерская. Именно здесь, в этом месте, две стихии, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем. Пресс-служба заведения с юмором отнеслась к этому инциденту и рассказала о нем, опираясь на персонажей известной компьютерной игры. Субзира находился в поиске лучшего стола в Ленинском читальном зале. Он успел посидеть за несколькими столами, пока его взор не упал на второй этаж. Несколькими минутами ранее Скорпио, любитель чистоты и порядка, протер влажными салфетками всю поверхность стола, за которым сидел каждый день. Наведя порядок, он решил отлучиться в буфет. По злой иронии судьбы, именно этот стол занял его визави, и по возвращению ни в какую не захотел освобождать место. Тут и начался поединок, который прервали сотрудники Росгвардии. Хранители книг напомнили, что различные бои в читальных залах запрещены издревле, тишина должна быть в библиотеке. Так, в 19 веке читателям было запрещено вносить в библиотеку шпаги. Для них в гардеробе было отведено специальное место для хранения. После такого необычного пресс-релиза подписчиков на странице храма книги в ТикТоке прибавилось. Люди оставляют комментарии, мечтают теперь прийти в читальный зал, предварительно сдав в гардероб прихваченную с собой шпагу. Какие разные драки, бойцы ММА и топ-менеджер, актер и хоккеист, а вот настоящей дуэлью можно назвать только одну.